И вот о чем я хотел сказать. Даже не думайте выживать в своих обстоятельствах. Преуспевайте в них. Преуспейте в них. Знаете, во всем, что касается служения, когда вы учитесь быть слугой Господа, Господь даст вам место рядом с Лаваном, перед тем, как поместить вас с Авраамом. Каждый из нас должен послужить Лавану. Мы должны научиться служить в менее благоприятных обстоятельствах. Ты должен служить, когда кто-то принимает тебя как должное, использует тебя, злоупотребляет твоим даром, делает на тебе деньги. Вы должны научиться служить Лавану. Но дело в том, что вы учитесь не просто выживать у Лавана, вы учитесь преуспевать. И там вы познаете милость Божью. Вы не познаете милость Божью, когда вы с Авраамом. Вы познаете Его милость, когда вы с Лаваном, когда вы в менее благоприятных обстоятельствах, когда люди пренебрегают тобой. Вот тогда вы познаете милость Божью. У меня в жизни было несколько лаванов. Я научился преуспевать с ними. Я научился подпадать под Божье благословение, потому что эти люди только и делали, что брали и брали и брали у меня, а Бог все давал и давал и давал мне. И там я это познал. Я научился милости в неприятных обстоятельствах. Я не познал ее в благоприятных обстоятельствах. Я познал это в неприятных обстоятельствах. Каждый из нас должен послужить Лавану до Авраама. Тогда вы, по крайней мере, сможете оценить разницу. Но Бог с тобой во всем, через что ты проходишь. Он сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Но тебе нужно увидеть это так, как Он, и называть это так, как Он это называет. И когда вы это делаете, у вас получится взяться за те вещи, за которые нужно взяться, и получить то, что нужно, и научиться тому, чему нужно в любой ситуации. Есть мудрость в хождении с Богом. И мудрость более важна, чем знание. На самом деле, мудрость более важна, чем пророчество. Мудрость — это значит знать, как думает Бог, знать, как Бог видит, и знать, как Бог что-то делает. И пророчество выражается лучше всего, когда оно приходит от мудрости, чем когда оно приходит от знания. Мудрость — более сильный корень пророческого. У вас лучше проходит сам процесс пророчества, у вас другое соединение. И мы все здесь, чтобы научиться мудрости хождения с Богом.